Жители небольшого населенного пункта несколько дней назад спасли маленького медвежонка, застрявшего мордой в пластиковом ведре. Спасатели выследили бедного детеныша, от которого отказалась мать возле реки Киногами, провинция Онтарио, Канада. Медвежонок четверо суток, путешествующий с емкостью на голове, в конечном итоге был вынужден спрыгнуть с дерева в воду, после чего один из спасателей поймал и освободил животное. Медвежонка отправили в местный закрытый заповедник, откуда его выпустят на свободу в следующем году. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и также подписывайтесь на канал, где вы найдете много разных невероятных историй спасения животных.